Онлайн-хоровод в этом году соберет участников детского Акатуя-2020. Из-за эпидемиологической обстановки традиционный фестиваль в этом году проводят дистанционно. Зато увеличилось количество номинаций. Детей приглашают проявить себя в хореографии, вокале или спорте. Новые для фестиваля направления – этнокроссворд и мастер-класс. Последние вне конкурса для взрослых, преподавателей и мастеров декоративно-прикладного искусства. Заявок пришло в 4 раза больше, присоединились и отдаленные районы, которые в предыдущие годы не всегда могли приехать на праздник в Чебоксары. Мы надеемся, что данный фестиваль поможет сохранить традиции, которые у нас есть на сегодняшний день, традиции костюма, языка чувашского, традиции игр и хоровода тоже, то, что дети узнают новую информацию для себя. Может, те, кто не знал вообще ничего, получат как стимул для того, чтобы изучать чувашский язык, изучать традиции, обычаи наших дедушек, бабушек, ну и древние обряды. Видео и фотографии на фестиваль принимают до 18 июня. Имена победителей назовут в прямом эфире в социальной сети.